Нарядные ученики с пышными букетами цветов, праздничная суета. 1 сентября все спешат на школьные линейки. Чтобы учебный год начался без ЧП, дороги вблизи образовательных учреждений патрулируют наряды полиции и ГИБДД. Все школы заранее проверили с точки зрения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. В День знаний самое важное – безопасность. 1 сентября в Подмосковье двери для ребят открыли 25 новых детских садов и 30 школ. Самая большая из них – Багратион в Гусарской Балладе. Она рассчитана на 2200 учащихся. Как и большинство местных жителей, многодетная семья Гурьевых ждала ее с нетерпением. Долгие годы детей приходилось возить в разные учебные заведения округа. Потрясают, конечно, вот эти новые светлые просторные классы, залы. Обещают, что будет библиотека с IT-зоной, огромная столовая, да, какие-то современные рекреации. Это для детей очень важно. Здесь будут работать профильные классы. Как и в других школах, появятся кружки и секции, которые помогут ребятам в выборе их будущей профессии. Ну, для меня очень важно, что в этой школе будут профильные классы, так как я планирую поступать в медицинский. И ну, вот углубленное изучение некоторых предметов мне очень помогут в поступлении. С 1 сентября в школах региона вводится новое меню. Его составили с учетом мнения школьников и строго по СанПин. Еще одно новшество этого года – переход на электронный дневник на платформе «Моя школа». Это не только электронный дневник и электронный журнал. Также это большая база видеоуроков для того, чтобы дети могли готовиться к выпускным экзаменам. Это просто база каких-то справочных, сертифицированных учебных материалов, с помощью которых дети тоже могут готовиться к урокам. Это возможность организовывать чаты, видеочаты. Система успешно прошла тестирование, и теперь к ней подключаются все школы Московской области. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».